Вот уже полвека в Армавире работает детская стоматологическая поликлиника. Все это время она располагается на улице Советской Армии, 16. Учреждение начало работу 15 декабря 1972 года. До этого врачи принимали детей в стоматологических кабинетах школ и детской больницы. Затем стоматологи получили отдельное помещение площадью почти 300 квадратных метров. В 1972 году у нас население детское составляло порядка 26 тысяч человек. Вот. На сегодня это около 37 тысяч. Вот. И тогда у нас работало 23 врача. Вот. И всего было 23 ставки, которые занимали наши медицинские работники. На сегодня 59. Виктор Гебель руководит детской стоматологической поликлиникой с 2013 года. Он – профессионал своего дела, прекрасно разбирается во всех тонкостях и специфике работы. Следует отметить, что лечебное учреждение принимает маленьких пациентов не только из нашего города, но и близлежащих районов. Мы ведем прием всего детского населения города Армавира, близлежащих районов. К нам приезжают и с Новокубанского района, и с Отрадненского, и с Успенского, потому что специализированной детской стоматологической помощи у них нет. Они едут к нам, мы тоже их принимаем. Если говорить о результатах работы, то количество посещений детской стоматологической поликлиники доходит до 77-80 тысяч в год. Сейчас в детской стоматологии врачи работают в две смены на 6 креслах. Ведут прием хирург и ортодонты. Екатерина Николаевна Лосева работает детским врачом-стоматологом уже 36 лет. Она считает, что это ее призвание и знает о том, какими качествами должен обладать детский врач. Прежде всего, любить детей и свою работу. И, конечно, хотеть работать, желать работать. Ну и терпение. Терпение и труд, все перетрут, все это хорошо. В детской стоматологии Армавира есть уникальное оборудование. Например, прибор, который по цвету слизистой рта может определить наличие онкологического заболевания. Также стоматологи используют лазерный аппарат, который убивает все патологические клетки и лечит периодонтиты. За свою многолетнюю деятельность детская поликлиника получила немало благодарственных писем и грамот. Эти награды еще раз подтверждают профессионализм всего коллектива. Хотелось бы поздравить всех наших сотрудников с этим юбилеем, пожелать им счастья, добра и, конечно, мирного неба над головой. Марина Локтева, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».